Всем привет из весенней Якутии, поселок Кангаласы. Решил, что надо поснимать все-таки. Пока сейчас я рассказывал уже, что природа стремительно меняется здесь, в Якутии, и лето настанет уже очень скоро. И мне кажется, это уже вот последние деньки, когда еще лежит снег в лесу. Такой вот промежуточный этап. Еще ледоход не настал, но я решил поехать именно сегодня вот посмотреть в Кангаласах. У меня есть мысли снять ледоход отсюда, когда пойдет, потому что я так понял, что здесь основное русло реки. Фарватер максимально близко находится к берегу. Мы с вами подъезжаем к Кангаласскому мысу. Вот тут такая вот площадка прикольная. Я решил здесь тоже снимать. Вот я хочу ледоход в этом году попробовать снять именно отсюда, с этой точки, потому что здесь вот проходит основное русло Лены, вот идет. Ну то есть основная сила ледохода, она именно здесь, с этой стороны. Вот сейчас мы до Кангаласского мыса доберемся, вот там с мыса именно вид, мне кажется, вот будет именно на ледоход самый-самый тот, что нужен. Посмотрите, как обмельчала Лена. Это, по идее, тоже все протоки. Ну, может быть, тут все время так по весне, не знаю. По идее, вот острова, вот это остров, а вот это все должно быть заполнено водой, все вот это место. Вот, кстати, обратил внимание, вот там вдалеке дым горит, это вот пал. Я так понял, что вот специально направленный огонь делают, сжигает сухую траву. Надеюсь, грамотно. А вот дорога, мы оттуда приехали. Вот она так вот вьется. Вот там, за этой сопкой, сами Кангаласы. И вот Лена. Но все-таки надо найти какое-нибудь бесшумное место. Хочу послушать именно звуки природы. Ну, красиво. И это еще только вот все серая весна. Летом будет вообще круто. Ну вот так примерно получается. Ну, Кангаласский мыс, я так понимаю, что это вот тот все-таки мыс, а не вот это. Это здесь такая вот площадочка, куда можно спуститься поближе к реке. Круто, люблю такие сопки. А здесь их вполне хватает. Ветер сразу такой от реки пошел. Там еще ходил сверху еще более-менее, а тут сразу так ветрено стало. А ветер еще холодный. Такая узенькая тропка. Круто. Кстати, можно же на машине снизу подъехать. Это тогда вот как раз можно. Я же все думаю, как бы правильно ледоход снять так, чтобы максимально вас еще в него погрузить, в это зрелище. Вот видите, какая такая дорожка. Вот сюда мы ездили на рыбалку. Моя единственная зимняя рыбалка в этом году. О, кто-то по льду ходит. Или ездит даже. Тут, по идее, вот он, пирс Кангаласский. Здесь катера ходят, ну, паромы здесь, по-моему, тоже ходят, если я ничего не путаю. Ну вот, мне кажется, отсюда самый такой более-менее хороший вид сверху. Как думаете? Вот, получается, основное русло идет. Мы когда с кочевником здесь плавали тоже на рыбалке летом. Ждешь? Вот, все, уже в обратку, все. Все, вот так, вот ровно идешь. Да. Получается, еще. Сейчас я ровно? Пошла сразу вот так крутить. Много обратно. Сейчас у нас скорость получается 16 километров. Собрать хочу камни для бани. Да, здесь же, да? Да. Вот сейчас соберем. Дрова еще хочу собрать. Да. Уже за штурвал, да? Ну, уже все. Моя первая парковка. Нормально же встал, да? Ну-ка. Итак, 5 забросов и щука, да? Так, сейчас проверим. А то я ничего не знаю. Здесь находятся Кангаласы, а с той стороны дом рыбака. И тут можно, есть места хорошие для рыбалки. Здесь рыбачи, да. Да. Тут и плыли.
Да-да-да, здесь вот плыли, мы вот так вот подплывали, и туда, к Ангалскому мысу, вот мы там причаливали еще, камни собирали на баню. Прикиньте, какая красота тут. Карьер. Мне даже это немножко напомнило фьорды Норвегии. Солнце еще высоко, время уже почти 7 часов, 6:30. А уже вот как солнце еще, вообще прикольно. Сейчас скоро начнутся белые ночи. Вот там, я вижу, интересное место, надо туда сходить. О, какое место прикольное. Тут можно костерок пожечь. Кто-то уже это сделал. Вот здесь прям для лагеря. Вот туда можно, там палатка, здесь вот стол, все дела. Вообще прикольно. Крутяк. Это угольный карьер, я так понимаю. Так как Ангаласы городок угольщиков, здесь вот его, не знаю, добывают ли сейчас. Сейчас здесь такой вот карьер прикольный. Вот, похоже, этот направленный пал. Ну, я не знаю, как это назвать, в общем. Пал. Это же, я так понимаю, специально жгут. Старую траву выжигают. Сейчас еще доеду до берега. И все. Хватит на сегодня. Уже и так неплохо погулял. Дорогу размыло ручьем. Сейчас посмотрим. Тут я еще не был тоже. Вот отсюда круто будет поснимать. Хотя вот эта протока, все равно, вот это здесь вот не основное русло, оно подальше. То есть оно вот там вот идет, я так понимаю, вот. И уходит в сторону вот Кангаласского мыса туда. И там оно приближается к берегу. Здесь все равно далековато будет. Ну, посмотрим, как. Рыбаки, походу, сидят. Офигеть. Бесстрашные люди. Ну, либо, как в том году, Табагинский мыс. Там же тоже все близко. Либо туда. Посмотрим. Ладно, на сегодня хватит. Покатались, отличное время провел. Такая весенняя прогулка. Предледоходная, можно ее так назвать. Спонтанно, на самом деле, я даже не планировал какой-то ролик снимать. Просто поехал посмотреть на разведку, пока-то прокатиться. И в итоге вот заснял. Ну все, всем пока. Увидимся на ледоходе.